Итак, друзья, рассмотрим сегодня отель «Альбатрос» Цитадель Резорт, который находится в Хургаде, Салхашиш. Друзья, приветствую вас на моем канале. Как всегда, мои обзоры короткие, информативные. Вопросы вы можете задавать в комментариях, либо при бронировании тура у меня. И вы видели, какой просто умопомрачительный ресепшн этого отеля. Отель построен из природного камня в стиле крепости на берегу моря. Монументальное сооружение с такими фирменными скульптурами, там и кони, и Нептун есть, и много других классных. Ощущение, что вы где-то в Италии, Европе, ну не в Египте точно. Вот, а из окон лобби открывается невероятный вид на яхты и на море. У отеля огромная вытянутая ярусная такая территория, много лестниц, есть пандусы. Территория очень зеленая и очень красивая, но я бы все-таки рекомендовала этот отель прежде всего для пар без детей. Собственная набережная есть, вот скульптура, про которую я вам говорю. В отеле есть тренажерный зал, 3 открытых бассейна, 2 из которых с подогревом в зимний период. Есть потрясающий инфинити бассейн, вы увидели. Пляж каменисто-песчаный, самый длинный по протяженности в Хургаде. Есть бухта для купания, вы только что видели тут, частично песчаный заход в море, 2 лагуны с морской водой, 1 заход в воду с плиты, другой со ступени. Сам риф мертвый, но рыб очень много, туристы говорили, что купаемся как будто бы в аквариуме, очень много рыбок. Есть безветренные лагуны, друзья, да, есть зимой ветер будет, но есть лагуны, в которых ветра нет. В отеле находится клуб, который называется «Золотой Будда». Сюда приезжают из других отелей развлекаться. Вход платный, во вход в стоимость входит один коктейль. По-моему, в районе $10-15 был вход, небольшой. Для детей построили небольшой кидс-клаб буквально вот в прошлом году. Вообще отель изначально был по концепции 18+, но поскольку стали приезжать с детьми, построили вот для детей. А так детская кроватка, возможно, по запросу, есть детский бассейн. Питание и сервис шикарные, как у всех альбатросов, реально. Основной ресторан, 3 а-ля карт, фудкорт, марина-бар, бар у бассейна и номера. Номера стандартные, есть Deluxe и Family Room. Из всех номеров будет вид на море, хоть кусочек, но там будет вид на море, это очень классно. В номерах есть мини-бар, но только вода, набор чай, кофе. В номерах душ есть, и в некоторых номерах ванна, сейф, халаты, тапочки, все по запросу. Family Room, в первой комнате 2 раздельные кровати, межкомнатная дверь, как вы видели, закрывается шторкой. Во второй комнате вот большая кровать. Номера Deluxe находятся на первом этаже, они тогда будут с террасой, вот как этот номер. И если на верхнем этаже, будет в более современном стиле, уже с балконом. Друзья, спасибо вам огромное за лайки. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Впереди много интересных и полезных обзоров. И вы еще посмотрите амфитеатр, где проходят супер развлечения.